Так, ребят, всем привет. Ну что, я, блин, нашел то, что давно уже искал. Ребятки, я это, наверное, уже 2 месяца искал. Вот, и наконец-таки нашел. В принципе, такое я еще никогда не находил, так что смотрите. Конечно же, это не эта куча, вот, а это вот эта машина. То есть, такую машину я уже давно хотел себе посмотреть. И, в принципе, нашел ее, вот ее, значит, взял. Сегодня уже даже с ней, короче, ездил по Шпермюлю, кое-что поднял, так сказать, да. Вот сейчас вам покажу, как она выглядит внутри. Вот так внутри выглядит, вон, видите, уже стоит там у меня пару приборов. Вот, только не говорите, что я эту машину взял только для того, чтобы Шпермюль на ней возить. Нет. Конечно, машина взята для того, чтобы ездить с ней, на ней с семьей куда-либо, да? Вот. Ну и попутно, естественно, попутно мы можем вот так вот кое-что собирать. Я вот сегодня кое-что набрал. В обзоре покажу вам. Вот, вот так много места в машине. Вот это у нас дизель 110 PS, короче, ну 110 лошадей, 5 сидений, есть варианты с 7 сидениями, но 5 мне хватает. В общем, вот так вот она выглядит. Кто-то мне давно уже говорил, тебе надо бус купить, надо бус купить. Ну, как бы бус, может быть, и многовато, вот такая вот мне для моей семьи пойдет, вот, и пойдет для того, чтобы даже что-то там вот на Шпермюле подобрать, положить. Так что вот такие, ребята, у меня новости. В общем, такая машина. Называется Nissan NV200. Эвилия, по-моему, да? Вот, ну, в общем, вот так вот она выглядит. Все, на этом все. Больше новостей нет. Смотрите в обзорах, что нашел. Всем удачи.